Уважаемые телезрители, сегодня мы начинаем цикл исторических передач, посвященных истории нашей страны, истории Молдавии. Наименование нашего цикла «Невыдуманная, непридуманная история», «У истории не инвентате». Мы будем стараться излагать события, наиболее острые, наиболее дискуссионные вопросы и события, явления нашей отечественной молдавской истории, конечно, в тесной связи с событиями всеобщей истории, европейской истории, но мы будем стараться делать это максимально непредвзято, насколько это позволительно. И начинаем мы сегодняшнюю нашу передачу, наш цикл передач с темы, связанной с молдавской идеей, с началом молдавского самосознания. Сегодня у нас в студии, я не побоюсь этого слова, выдающийся историк, уроженец нашей республики Владислав Кимч Гросу. Здравствуйте, Владислав Кимч, спасибо вам, что вы приняли наше приглашение. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Спасибо. Еще раз. Уважаемые телезрители, Владислав Кимч работает уже более 50 лет в Российской академии наук, в Институте российской истории. Он один из крупнейших российских молдавских историков. На его счету более 600 научных работ, из которых более 30 монографий, из которых более половины, которых он в единственном числе автор. Его работы опубликованы в очень многих странах на многих языках. И, в общем-то, он один из немногих людей, единственный, конечно, в Молдавии. И поскольку я располагаю информацией, всего лишь 3 человека на постсоветском пространстве награждены ООНовским орденом имени Авиценны, имени великого Авиценны, за выдающиеся заслуги в области развития мировой науки. Так что, Владислав Владимирович, спасибо, что вы приняли наше предложение, пришли, и мы сегодня с вами побеседуем. И, как говорится, сразу вам вопрос. Вы являетесь автором монографии, связанной с молдавской идеей в XIX веке. Но, наверное, если я правильно понимаю, если меня правильно учили в университете в свое время, молдавская идея появилась задолго до XIX века, и этому существует множество свидетельств. Давайте мы начнем с того, когда она появилась, когда появилось самосознание народа, и когда мы можем твердо говорить о том, что вот это самосознание существовало уже, наверное, на основе каких-то документов. Ну, прошу вас. Ну, Сергей Михайлович, я сын молдаван. Шиам Кальчинца национала молдавиняска. Это я понимаю. Шейтатом мел афос молдаван, шеи будикол. Хорошо, майди парк, кредко пыло на дракуш. Дар, но как каждый молдаванин, я, естественно, задумывался еще с детских лет, откуда пошли молдаване, откуда такой язык своеобразный. Изучая язык, можно очень много еще понять. Необычайное количество невероятных каких-то слов. Непонятно иногда из какого языка, понимаете? Ну, у нас вышел когда-то курс грамматики молдавского языка под руководством академика Николая Григорьевича Карлатяну, я помню. Я его изучил с очень большим вниманием, и тем не менее осталось очень много вопросов. Очень много вопросов. Ну, поскольку сегодня у нас речь пойдет о молдавской идее, я опубликовал книгу о молдавском движении. О молдавском движении. У меня нет книги о идее специальной, но идеи этого вопроса очень интересные. Очень нет работ по молдавской идее специальных. Специальных работ нет. Ну, заразилась эта тема, но... Владислав Кимч, извините, я вас перебью. Есть работы, посвященные политической мысли, философской мысли в Молдавии, начиная со средневековых времен. Но специально отдельные работы, посвященные вот именно этой тематике, в самом деле нет. Не существует, да, не существует.
Вот. Но прежде чем я остановлюсь на том, как я понимаю молдавскую идею, надо хотя бы пару слов сказать о том, а что вообще есть национальная идея. Ну, каждый народ имеет какую-то идею. Но если концентрированно на этом остановиться, то, конечно, национальная идея – это духовный стержень нации. Это национальная психология, это менталитет, понимаете. Он вырабатывается долго, но давно существует. Ни один народ не может не иметь какой-то главной своей идеи, ради чего он существует. Понимаете? Ну, если обратиться к примерам отдельных наций, народностей, ну, во-первых, Древний Рим. Какая была доминирующая идея в Древнем Риме, Сергей Михайлович? Она есть. Она есть. Она изложена в Энеиде Вергилия. Там интересный момент. У Вергилия Эней беседует со своим отцом Анхисом. Анхис уходит в другой мир. И Анхис говорит Энею: Рим должен править миром. Понимаете? Мир должен правиться Римом. Понимаете? Управляться Римом. То есть римская идея была фактически идеей империалистической. Идея захвата. Действительно, они создали одну из крупнейших империй на земном шаре, которая имела владение и в Европе, и в Африке, и в Азии. Рим же дошел аж до Крыма, о котором мы сейчас говорим. От Британии до Крыма, и от Северной Африки до Ближнего Востока. Совершенно верно, Сергей Михайлович. Огромная империя, у которой была вот такая идея. А, допустим, Россия, вот я живу в Москве, какая русская идея? По-моему, лучше всех на этот счет выразился Федор Михайлович Достоевский. Он сказал, что самое главное для русского человека – это справедливость и жажда ее. То есть это, собственно говоря, русская правда. Жить по совести, жить по правде. Между прочим, эта установка, она очень давняя, она дохристианская. И поэтому русские так быстро освоили именно православие. Православие, оно ближе вот к этой идее, чем католицизм. Ну, можно взять и другие народы. Ну, вот я занимался Балканами. У новых греков относительно, была своя идея, мегалеидея. Что это означало? Это создание большой Греции, независимой Греции, независимой от Османской империи. Это идея, серьезная идея. Был такой знаменитый греческий герой, Ригас Велисфемист, которого эту идею развивал, он погиб потом. Вот, в борьбе за свободу своей страны. Или поляки. У поляков какая идея? У них не одна идея, кстати. Ну, от можа до можа. От можа до можа есть, конечно, но это политическая идея. У них идея сарматская теория, сарматская концепция. У поляков. А мы происходим от сарматов, и мы здесь, можно сказать, самые древние. Хотя известно хорошо, что славяне шли из Центральной Европы на восток, русские продвинулись еще дальше, поляки пришли, ну, примерно вот там, где сейчас Центральная Германия, их потихонечку вытесняли. Вот они с поклонниками были сарматской идеей, в этом русле разработано много всяких концепций, вот, дополнительных этой концепции. Ну, я мог бы остановиться на некоторых других народах, но просто чтобы сравнить с молдавской идеей.
Я должен вам сказать, что молдавская идея очень тесно связана с самоназванием. Самоназванием. Когда появилось название «молдаванин», а может быть и «Молдавия». Ну, вы знаете, что у Григория Лурики есть концепция, что вот Молдавия пошла кличке собачки, любимой господаря Дракоша. Но ведь для того, чтобы назвать любимую собачку, он должен был знать смысл этого названия, этой клички. Это что-то означает. Молда, как там его напит, Молда. Что-то хорошее, раз любимая собака, он ее плохо не обзовет, правильно? Это, видимо, было так. И вот как-то я задумался, что же значит слово «молда», что значит слово «молдаванин». Я не знаю, вы читали ли первую валашскую летопись. Нет, я ее не читал. Это летопись, ну, Кантакузина, или... довольно поздняя. Конец 16-го. Дело в том, что в Молдавии летописи появились раньше, чем в Валахии, чем намного. На рубеже 14-го. И в Молдавии были так называемые славяно-молдавские летописи, их 12 существует. Ну, может быть, было больше, не все, видимо, сохранилось. У валахов не было славяно-валашских летописей. И вообще, летописи как таковые появились и позже молдавских летописей. Намного позже. Понимаете? Лет на 300. Они брали пример с молдаван, в общем, и читали молдавские летописи, и создавали свои. Но вот самый первый валашский летопись, это примерно 1700 год, это летопись Лудецкого Кантакузино. Там есть очень интересное место. Но вопрос о том, ты кто такой? И они пишут в Валахии, что валахи и аргеляне, трансильванцы, себя называют румынами, а молдаване себя называют молдаванами. 1700 год. Они уже тогда это все осознавали. Вообще-то, первый раз молдаване, именно молдаване, не Молдавия, в письменных источниках фигурирует в хронике Ивана Тернавского. Это венгерская хроника на латинском языке. Она меня когда-то заинтересовала под другим углом зрения. Там очень интересное место о том, что венгры ходили походами на восток против молдаван и сербов. Когда-то я задумался, а почему сербы? Румынские исследователи трактуют следующим образом, что они шли против молдаван, вот на восток, а против Сербии – Сербия. Ну а где Сербия, где Молдавия? Расстояние же огромное. Я на этом остановлюсь, не буду развивать эту мысль, потому что потом я пришел к выводу, что действительно молдаване пришли из Сербии, и вместе с сербами. Но это особый разговор. Дело в том, что в хронике Ивана Тернавского впервые упоминается «молдавос», «молдаванос». Это 14 век. Впервые. Ну, прошло много лет, и наши вот молдавские молодые историки, Евгений Паскарь и Андрей Герцен, разыскали одну средневековую карту, где молдаване фигурирует не только в Молдавии, но и в северо-восточной Трансильвании, Марамураш и так далее. Ну, это подтвердило мое предположение вначале о том, что все-таки вначале пошли молдаване, а потом уже Молдавия. Я в данном случае не говорю о том, что Молдавия существует в Чехии, и там река Молдава. Это особый вопрос. Но касательно вот этих проблем, я пришел к выводу, что все-таки вначале Молдавия, потом Молдавия. То есть
не молдаване пошли от Молдавии, от страны, а страна пошла от народности или племени. Там можно рассуждать. Понимаете? Значит, это то, что касается названия. Я думаю, что название молдаване происходит очень давно. Может быть, даже с начала нашей эры. И на этом я потом тоже остановлюсь. Потому что молдаване не потомки древних римлян, а не потомки романизованного населения Юго-Восточной Европы. И вот эти вот более 100 слов, которые есть в молдавском языке, и я применяю термин молдавский, потому что я изучал молдавский язык. После войны мы с 3 класса, я в русской школе, в общем, мы изучали молдавский язык. Так вот, где-то, видимо, в начале нашей эры подверглась романизации вот эта часть Балканского полуострова, которая, с одной стороны, имеет албанцев, а с другой стороны, чуть позже пришли туда южные славяне. В молдавском языке есть определенный процент южнославянских слов. Причем некоторые из них в молдавском есть, а у южных славян нет. Уже нет. Знаете, как интересно, вот с точки зрения изучения молдавского языка. Но и я думаю, что происхождение языка молдавского можно локализировать в настоящее время довольно точно. Язык восточных романцев, ну еще молдавский, ну и румынский язык, он, в общем-то, произошел в том месте, где восточные романцы жили, с одной стороны, возле албанцев, а с другой стороны, возле южных славян. Почему албанцев? Много доказательств. Не только эти 100 слов, которых называют субстратом. Ну, какие слова? Ну, брыл, там, я знаю, кочула, мор, мазарь, ну, можно привести слова. Но ведь между молдавским и албанским общая постпозитивная артикль. Это уже не лексика, это уже морфология. Это серьезно. Не между молдавским, именно молдавским и албанским общее, так называемые ротачизмы. Ротачизмы, они есть в первых молдавских текстах. А вы поясните нашим телезрителям, Владимир Владимирович. Значит, ротачизмы – это переход «энвер». Допустим, не пыли, а пыли. И вот эти термины, они присутствуют в первых молдавских, именно молдавских текстах, не валашских. В валашском языке не было ротачизмов. Вы понимаете, какая интересная история? Не было ротачизмов. Еще ротачизмы были не у всех албанцев, а у южных албанцев. Там два племени албанских. Греки и тоски. Так вот, у южных албанцев они были. У тосков, да? Вы понимаете? Именно у геков. А, у геков. И понимаете, вот это своеобразие молдавского языка, и потом оно перешло как бы в менталитет постепенно. Разные все-таки по существу языки. Разные языки. Так оно было, ну, больше 1000 лет назад, я полагаю. Значит, я немножко уклонился в эту сторону, потому что это может пояснить и некоторые другие вопросы. Об этой генезе мы поговорим специально с вами. Ну, будем надеяться. Надеемся, да, будем. Значит, а что же означает для молдаван национальную идею? Вот что для них главное в их жизни, где доминанта, где этот духовный стержень? Ну, вы, Сергей Михайлович, вы хорошо знаете, существует такое выражение «кала молдавень», как у молдавана. Ну, молдавень язык, ну, мой «кала молдавень», «кала руш», «савашай ла руш», и такое бывает. А у нас «кала молдавень». «Кала молдавень», да. Ведь
это не просто, понимаете, дань традициям, привычкам, понимаете? Это выражение имеет более глубокий смысл. У валахов нет калавалаш. Понимаете, как интересно? Или калавромы нет у них почему-то. А калавалгавей существует. Что это означает? Это означает жить как молдаване, жить как молдаване и жить хорошо, жить как мы привыкли жить. Вот, возвращаясь к термину молдаванин, молдаване, я вам могу сказать одну интересную вещь. Ровно 30 лет тому назад академик Иванов, один из крупнейших российских палеолингвистов, когда узнал, что идет дискуссия, вот как раз началась эта дискуссия о языке, 88-й год, 89-й, как-то меня встретил, он говорит: Владислав Ильич, а вы обратите внимание на миссапский язык. Вы, Сергей Михайлович, слышали такой термин? Ну, я слышал, но я не знаю. Я ни слова не знаю на этом языке. Ну, я очень уважал Иванова. Он недавно скончался, потом он в Америке преподавал долгое время. И я поднял литературу о миссапском языке. Интересно, эта литература есть и на румынском. Есть такой румынский палеолингвист. Руссу. У него есть книга об иллирийцах, о фракийцах, и у него есть словарь миссапского языка. Миссапский язык считается диалектом иллирийского, хотя миссап и племя жили в юго-восточной Италии. И вот, изучая этот словарь, я вдруг наткнулся на термин «молдахиас», который нигде никогда не трактовался. И сам Руссу почему-то на этом не останавливался. Почему, можем предположить? Молдасиас. Что означает молдасиас? И у него на румынском языке написано, ну, в переводе на русский, это сладкий, белый, хороший, что-то такое. И я сразу вспомнил про Молду. Молда, значит, такая хорошенькая, красивенькая, понимаете, любимая собачка господаря. Но вместе с тем я подумал следующее. А как же молдаване себя называли? Они называли себя хорошими. Хорошими людьми. То вот есть смысл молдавской идеи – быть хорошим человеком. Быть как бы хорошим – это моя концепция. Но она, подтверждается… Я не могу утверждать на все 100%, что это было так. Но как исследователь в этом отношении я имею право на предположение. Я считаю, что молдаване себя называли хорошими людьми. И смысл молдавской идеи, в общем-то, быть хорошим человеком. Это же принципиальное отличие. В общем-то, молдаване появляются как народ, я так понимаю, на рубеже 13-14 веков. Вы считаете, что значительно раньше? Вы считаете, это они, меня так учили они, в свое время в университете. И меня учили так. Да. И меня учили так, что молдаване как народность сформировались после создания. Но изучая вашу точку зрения, ваши некоторые публикации, которые меня в значительной степени убедили, что, видимо, в свое время нас в университете учили не совсем правильно в этом плане, а молдаване как народ с определенным самосознанием появились значительно раньше, на несколько веков, возможно, в 7-8 веке. Вот, и пришли они, как вы говорите, из западных Балкан или юго-западных Балкан, так? В общем-то, но образовалось молдавское государство, 14-й, и его расцвет при Стефане во второй половине 15 века.
Вот что представляла тогда из себя молдавская идея? Как себя идентифицировали молдаване? Чего они добивались? Ради чего они жили? К чему стремился их тогдашний вождь, руководитель Стефан Великий? Ну, задолго до Стефана, на 100 лет и даже больше, я думаю, так, молдаване жили так, как жили их предки. Молдаване были отгонными скотоводами. Они были людьми... То есть перегоняли стада овец. Совершенно верно. И то, что они... И по сезону, Владислав Владимирович, я так понимаю, совершенно, да? Совершенно верно. По сезону, и понимаю, бывает засуха, бывает засуха. Если вы помните Миорицу, у молдаванина были лучше пастбища, чем у валаха. И это вызывало зависть, или, да. Или у рынчана. И чем у лунгуряна. У молдаване были действительно северные предгорья Карпат, они более, имеют более сочные травы. То есть Миорица имеет определенные и даже серьезные основания. Ведь все же было связано прежде всего с хозяйственными занятиями. Вот. И то, что они перешли в Маромурище, тоже связано было с тем, что, во-первых, в Маромурище были земли, достаточно свободными, а они стали свободными, видимо, после татарского нашествия. Поэтому я считаю, что переход совершился после 1240-41 года, а может быть даже позже. Позже, наверное. Да. А может быть даже позже. И что переход этот совершился по соглашению венгерских королей с сербскими властями. Было время, когда Венгрия и Сербия воевали, но были времена, когда они между собой сотрудничали. Пришел новый враг, пришли татары, они начали сотрудничать и перевели вот этих вот молдаван в Маромурище, где были хорошие пастбища, потому что иначе они не перешли. А заодно они выполняли функции охраны границ против набегов татар. То есть они были не только скотоводами, животноводами, они были и воинами. Но я написал о том, что Драгош и Богдан – это же имена, которые были распространены в Сербии 13 века. На меня на это обратил внимание Евгений Павлович Наумов, к сожалению, покойный. Он обратил на это внимание, как это так? У украинцев их тогда не было. Или, скажем так, у русинов. Дело в том, что до русинов еще надо было дойти, понимаете? До русинов. Потом они соприкоснулись с русинами, но вначале они были довольно далеко от них. И связи с русинами... Но Драгоша, поскольку я знаю, у русинов такого имени не было. Вот Богдан... Да, Богдан на Украине очень распространенное стало имя. А Драгош, он прослеживается по сербским источникам. Был жупан Драгош. Жупан Драгош. И примерно в начале 14 века Драгош. Владислав Кенч, вот вы упомянули Миорицу. Угу. Миорица, она тоже в значительной степени выражает молдавское самосознание, молдавский менталитет. И вот у современных молдаван иногда возникает несогласие с этой моралью, философией этой баллады, угу. Когда Миорица, овечка, ему говорит «сопротивляйся», угу. А он покорно следует, как бы фатально следует предначертанию судьбы. Вот что это, как это понимать вы в молдавском довольно, национальном характере идеи молдавской? Вы точно заметили, что это понятие менталитетного характера. И связанные с молдавской идеей, по сей день. Менталитет молдаванина, понимаете? Я как-то обратил внимание на то, что наш земляк, Арсений Садницкий, Авксентьев, Арсений стал потом митрополитом, один из руководителей русской церкви, один из трех претендентов на пост патриарха в 17 году, крупной церковной истории. Так вот, он совершил путешествие на Афон и попал в молдавский скит.
Молдавский скит, так он назывался. Мы молдавский скит захватили валахи. Молдаване подвороте душевно пригласили валаху. Ну, ребята, заходи и живи и рядом. Мы все вроде один язык и все прочее. А молдаван фактически вытеснили. Как в русской сказке про лису, которая выгнала зайца, ну, да? Но здесь реалии, это не сказка, это реалии. Он его пригласил, пожалуйста, живи, а он его фактически выжил. И это, конечно, связано и с менталитетом, который прослеживается по миолице. Ведь молдаванин был убит ардилянам, ну, там написано варенчанам, может быть, мунтянам. Дело в том, что варенчан – это уже в обработке Александрии, а в оригинале – мунтян. Умуй молдован, алтуй унгурян, шалтуй мунтян. А Александрий заменил мунтяна на варенчана. Возможно. Это предположительно, потому что у Фоки есть все варианты. Миолицы у Фоки, румынский исследователь, он издал. И я рассмотрел все эти варианты. И все-таки они связаны с варенчаном. Но не исключено, что вначале был мунтян, потому что, ну, Варенча вошла в состав Молдавии. Правда, она вошла позже других регионов. Последний регион. Молдаване двигались сверху, с севера, а Варенча... Владимир Владимирович, ну все-таки вот эта миорица о чем говорит? Что это связано? Какая идея все-таки? Вот какой вывод мы должны сделать из этой миорицы? А вывод такой, что надо думать своей головой, что ты делаешь. Надо думать своей головой. Есть и такая точка зрения, да, что в принципе это не есть не сопротивление злу, а есть вот когда человек понимает, что события идут с определенной неизбежностью и не зависят от него, что бы он ни делал, он должен мужественно встретить неизбежное. Вот некоторые считают, что именно в этом главный урок миорицы. Ну, это, понимаете, это же... Мужественно встретить неизбежное. Это жемчужина молдавского фольклора. Ничего подобного больше нет. То есть много есть разных вещей, но такого уровня больше нет. Ни в молдавском фольклоре, ни у валахов, ни у трансильванцев. Это очень мощное произведение. И оно написано кровью сердца. Это же не просто так, вы понимаете? Вот. И там прямой намек. Надо было слушать миорицу. Надо было слушать миорицу и не делать глупостей. Надо было слушать, но он все-таки пошел по пути не сопротивляться, а принять неизбежное. Он не прислушался к миорице. Он не прислушался к миорице. Владимир Владимирович, но вот... Вместо миорицы может быть кто-то другой. Время стремительно приближается к финалу. Да. И у нас еще есть очень много, что обсудить, и, возможно, в будущих передачах мы вернемся к молдавской идее еще. Но хотелось бы узнать ваше мнение. Я думаю, оно довольно-таки авторитетно для многих наших телезрителей. По поводу сегодняшнего дня. Вот в современной молдавской школе не учат историю Молдавии. Нам преподают историю, так называемую историю румын. Вот ваша точка зрения. Какую историю мы должны изучать? Какая история, с вашей точки зрения, является нашей национальной, отечественной историей? И если мы что-то делаем неправильно, что мы должны в ближайшее время изменить в этом плане, в смысле преподавания истории? И в этом плане это дело очень тесно связано с самосознанием народа, с той самой молдавской идеей, о которой мы говорили с вами. Ну, это связано и с языком, и с историей. Я, например, считаю, что надо было сохранить термин «молдавский язык», потому что... Ну, в Конституции, к счастью, он еще сохранен. Сохранишь язык, национальный язык – это язык матери, матери молдаванки все-таки. Ну, а что касается истории румын, вы знаете, это парадокс. Такого нигде нет на земном шаре. Я в свое время в течение... Ну, лет 20 работал в специальной комиссии
в Москве по взаимному редактированию учебников. И держал в этих руках учебники очень многих стран. Очень многих стран. Я такого не видел нигде. Во Франции... Имейте в виду, чтобы преподавалась этническая история какого-либо народа? Во-первых, этническая история. Ну, вот вчера играли французы с бельгийцами. В бельгийской команде были валоны, французы. Но представьте себе, что во Франции будут изучать историю валонов. Ну, вроде французы. Представьте себе, историю валонов. Это невозможно. Это невозможно. Или в Валонии историю французов. Ну, там, между прочим, больше вероятности я помню. Но тоже, не, но тоже но такое себе нет. История представить нельзя. Изучается история Бельгии. В Бельгии два основных народа, фламандцы и валоны. Это очень сложный для них вопрос взаимоотношений, потому что валоны считаются как бы более низшей расой, менее развитыми. Вот, то же самое, как иногда говорят в Италии, север и считают, что мы будем кормить их мафиозов из Сицилии, или хватит кормить Кавказ, ну, такие вещи. Там фламандцы кричат валонов, что мы можем вас кормить и так далее. Но в данном случае не об этом идет речь. Дело в том, что фактически в Молдавии изучается история соседнего народа. Во многом так. Ведь по переписи населения румын в Молдавии 2-7%. Ну, там перепись предыдущая 2%, это уже написали 7%. Ну, 7%, а как же быть там с 80% молдаван? А как же быть с болгарами, гагаузами, русскими, украинцами? Это же неуважение к меньшинствам. В Европе такого нет. Нарушение прав меньшинств называется. Прав меньшинств. Мне кажется, не просто нарушение прав меньшинств, и здесь я с вами абсолютно согласен, но, по-моему, и вы, как вы правильно отметили, и нарушение прав большинства, в общем-то, конечно, которое себя осознает как, конечно, не как румыны, конечно, по крайней мере. Ну, они, видите, какую они политику проводят. Они проводят политику вытравливания всего молдавского. А с какой целью это делается? Ну, известно, с какой целью. Известно, ну, объясните целью нашим телезрителям. Дело в том, что я не знаю, но я работаю в комиссии историков СССР Румынии, потом России Румынии уже от 70-го года, и мы постоянно сталкиваемся с территориальными претензиями. Румын не может без территориальных претензий. Я так им сказал. Не могут они, ребята, ну вы не можете без территориальных претензий. Я уже работаю с вами вот 40 там, с лишним лет, а вы все время требуете, чтобы к вам присоединили Бессарабию, Буковину, вы назвали, значит, балканских влахов румынами, хотя они другие люди, у них нет румынского самосознания, вы их назвали, вы их просите, а они хотят, понимаете. Несомненно, что они претендуют на другие территории, и вот с этим все и связано. Это самый настоящий шовинизм. Хотя, да, что, ну, и не понимает нашу Молдавию, что они из этого получат. А вот давайте об этом порассуждаем. Хотя это несколько иная тема, но все-таки. Гипотетически представим себе, что этот великодержавный, великошовинистический румынский проект Румыния-Мари вновь реализован. И мы стали составной частью румынского государства. Какие плюсы или, может быть, минусы они получат от этого? Да нет, румыны кое-какие плюсы, конечно, получат. А Молдавия получит сплошные минусы. Владимир Владимирович, а мне кажется, я извиняюсь, да, можно мне? Мне кажется, что минусов у них будет как минимум не меньше, чем плюсов. Может быть, геополитически, но Румыния не сильно серьезная геополитическая величина, чтобы говорить о ней как о самостоятельном игроке. Это подчиненный и даже сверхподчиненный международный актор. А внутренних проблем они получат кучу. В этом смысле Ильеску очень точно выразился в свое время, будучи президентом, в случае объединения Румынии с Молдавией. Noi vom primi
4 миллионе не румын. То есть мы получим внутри себя еще 4 миллиона не румын. Зачем нам это, понимаете? Это серьезная внутренняя проблема для Румынии. Это рассуждение Ильеску. Вот. Но это здравое рассуждение. Я нисколько озабочен проблемами румын и Румынии, сколько проблемами молдаван и Молдавии. Это я так же, конечно. Понимаете, я очень хорошо знаю, что было когда-то с ясами, да и с галасом, кстати. И если ясы, которые имели 65 тысяч населения, оказались в труднейшем положении, то 700-тысячный Кишинев окажется еще более сложным положением. Ну, между прочим, Кишинев... в этом плане не только ясы. В 18 году Кишинев насчитывал около 200 тысяч человек, а в 40 году 110 тысяч человек. Ну, население практически не росло. И прямо... Оно уменьшилось? Ну, я думаю, что, конечно, можно сравнивать с тем, что было в межвоенный период, но мы должны смотреть на ситуацию сегодня. Значит, ну, понимаете, бюджет будет сверстываться не в Кишиневе. А вы знаете, что это означает? Предполагаю. Вы понимаете, кишиневцам и вообще молдаванам придется ходить с протянутой рукой, дайте на это, дайте на то. Сегодня они могут располагать бюджетом. Это великое дело, самостоятельно. Другое дело, что такой большой бюджет, там много проблем. Но они могут напечатать больше ли, они могут напечатать меньше ли, варьировать. Это великое дело. Начинать надо, между прочим, что если взять экономику, конечно, с бюджета. Понимаете? Вот. И здесь они потеряют очень важные экономические позиции. Потеряет, Молдавия потеряет, таковая. Вот. А что касается Кишинева, ну, представьте себе, в Кишиневе, например, сейчас 30 посольств иностранных, да? 30 посольств. В Кишиневе международный аэропорт, в Ясах его нет еще. И много других преимуществ наличного положения. Молдавская команда участвует в Олимпийских, я бывший спортсмен, бывший чемпион Кишинева среди юниоров. Я на это постоянно обращаю внимание. Молдавская команда участвует в Олимпийских играх. А кто упадет в сборную Румынии? 2-3 человека? Или, допустим, вот такие моменты, как Евровидение. Вот вы, наверное, следите за Евровидением. Но знаете, что молдавская команда или молдавские певцы, как правило, занимает лучшие места, чем Румыния. Сейчас они заняли 10-е место. Они, а занимали ранее 6-е место. Третье, по-моему, было и так далее. Почему Молдавия постоянно занимает лучшие места, чем Румыния? А потому что в Европе Молдавия отношения лучше, чем Румыния. Спасибо, Владислав Владимирович. Да. Дело в том, что время нашей передачи практически истекло, но то, что вы говорите, я, по крайней мере, для себя, я надеюсь, и многие наши телезрители сделали такой вывод. Молдавская идея состоит в том, что не просто молдаване хорошие люди, но они должны жить собственной головой, они должны иметь свое собственное государство, они его должны беречь и развивать. И только этим путем они смогут добиться той достойной жизни, о которой вы говорили, что они всегда мечтали. Спасибо вам, Владислав Кимович, что вы приняли участие в нашей передаче, приняли наше предложение. Уважаемые телезрители, надеюсь, вам было интересно послушать сегодня нашего гостя. Мы его еще будем приглашать. Мы будем приглашать многих других интересных историков, возможно, политиков, людей, которые каким-то образом делали, творили историю. А сегодня мы говорим вам спасибо за это внимание и до свидания, до новых встреч в эфире.